И привет всем, с вами Дмитрий Макарчук, и сейчас я вам расскажу про Opera Coast для iOS. Opera Coast — это, наверное, лучшее, что сделал Opera за последние пару лет. На главном экране приложения вы можете найти иконки избранных сайтов. Правда, не все из них будут ваши, так как Opera предлагает вам посетить ресурсы своих партнеров или просто популярных сайтов. Насчет дизайна, то эти так называемые плиточки похожи на интерфейс Windows 8 и 8.1. Чтобы удалить или переместить иконки, вам нужно просто удержать на одной из них палец, а потом решить, что именно вы хотите с ней сделать. Чтобы удалить, вы перемещаете иконки в так называемую корзину, и они хранятся там, пока вы не отключите режим редактирования, нажав по рабочему столу. Внизу у вас есть несколько иконок открытых вкладок, и кнопка похожа по функционалу на Home. Вы можете с легкостью просматривать свои открытые вкладки и также просто закрывать их свайпами вверх. Нажав на стрелочку на вкладке, вы можете поделиться этой страницей в социалочках, отправить в сообщениях или же распечатать. Загрузка страницы сопровождается пульсированием иконки открываемого сайта, иногда это немного надоедает. Обновить страницу можно свайпом вниз. Также этот браузер может похвастаться выбором оформления рабочего стола, либо уже из встроенных туда изображений, либо из тех, которые вы можете загрузить из галереи, например. Поиск вызывается свайпом вниз на главном экране приложения. Поисковик тут Google, а распознавание слов достаточно хорошее. Вернуться назад или наоборот вперед можно свайпом слева направо и справа налево соответственно. Скажу, наверное, что браузер получился славный и достаточно красивый. Но если бы Opera не навязывала рекомендуемые сайты и немного изменила вид загрузки страниц, то этот браузер я использовал бы постоянно. А так, захожу в него не часто, а если и захожу, то ради эстетического наслаждения. А на этом все, с вами был Дмитрий Макарчук, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Пока!